Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео я решила вам рассказать и показать такие небольшие сюжеты именно вот про эти фигурки, которые вы сейчас увидели в самом начале видео. Фигурки эти, их называют хомлинов. Хомлины. Хомлины – это такие мифологические существа наподобие домовых. Вот, у них такие длинные ушки большие, ну а сами они такие симпатичные товарищи. Вот, и они живут в Калининграде, вот там, где мы находились, там, где мы гостили, где мы, куда мы ездили. И, конечно же, наша задача была найти эти фигурки. Про них мы узнали с интернета. Вот, дочка, да, искала информацию, какие места посетить в Калининграде, что куда, что посмотреть. И там она обнаружила информацию про этих хомлинов. Вот, мы заинтересовались, конечно, этими фигурками и решили найти. Они находятся в разных частях города. Вот, значит, вот вы уже посмотрели 7 фигурок, то есть бабушка, дедушка, мама, папа и 3 деток. Вот, очень такие интересные фигурки нам понравились прям. И в основном, когда туристы приезжают в город, и они тоже задаются такой целью найти их и увидеть. Ну, мало того, что увидеть, они, каждая фигурка несет какую-то функцию такую, знаете, добра. Вот я тут маленько еще себе написала шпаргалку, чтобы не забыть что-то сказать, ну, важно, не важно, ну, хотя бы хоть что-то, да. Вот, поэтому по поверью, расскажу сначала по поверью, как считается по легенде. Легенда такая, что они живут как бы с людьми, рядом с людьми, да, а ночью, по ночам мастерят изделия из янтаря. Вот, и, значит, приносят они счастье и добро, ну, в каждую семью, да, кто их увидит, кто их погладит. Сейчас я просто буду вставлять видео, где вы увидите, как мы их находили. То есть я снимала видео и показывала, рассказывала еще, что еще важное, что жители города их так любят, что их на зиму утепляют, то есть им повязывают шарфики. Ну вот мы все 7 фигурок нашли, ну, наверное, не у всех были повязаны шарфики, у кого-то по 2 шарфика даже было, у кого-то ни одного. Вот, ну, видать, люди, наверное, несут шарфик, например, там какому-то, вот, по-моему, дедушка Карл был с 2 шарфиками, ну, раз уже связали шарфики, мы и повязали. То есть кто-то с 2 шарфиками, кто-то без шарфика, ну, неважно. Главное, что люди все равно заботятся об этих фигурках и их утепляют на зиму. Вот, много информации про этих хомлинов в интернете. Если вам интересно, просто зайдите и почитайте. Разная там, ну как, она не разная информация, в принципе, она одна информация, но просто интересно, кто что рассказывает про них. Так что я просто советую посмотреть, и фото разных очень много с этими хомлинами, любят фотографироваться, особенно туристы, они их находят и фотографируются. И, кстати, важный момент, что они находятся в таких частях города, которые туристы, ну как бы, должны посетить, да, то есть или это музей Мирового океана, или это музей изобразительных искусств, или музей янтаря, или зоопарк, то есть вот эти все моменты, то есть вот, например, с одним хомлином рядом много мест, которые могут посетить туристы, вот, поэтому они как бы подсказывают, что если вы нашли вот этого, например, какого-то хомлина, да, то посмотрите, что вокруг есть, какие есть музеи, какие есть места, какие есть достопримечательности, которые будут очень интересны для туристов. Вот, поэтому я вам просто предлагаю посмотреть вот эти видео. Я, конечно, буду включаться еще и дополнительно какую-то информацию говорить про каждого из хомлина. Вот, поэтому предлагаю посмотреть. Еще хочу сказать, что вот мы ходили в музей янтаря. Мы ходили мимо этого музея несколько раз. В общем-то, мы как-то то гуляли, то как-то проходили. Целенаправленно мы шли первый раз, мы даже не знали, что там находится бабушка Марта, и проходили мимо, она как бы стоит, фигурка эта возле, ну, входа,
Мы даже по сторонам не смотрели, хотя вот сейчас, когда смотрим фотографии, когда смотрим видео, как раз в том месте находятся люди, то есть они видят, они его там фотографируют, снимаются с ним, вот, а мы, то есть, на это внимание даже не обратили. Второй раз мы пошли, конечно, уже целенаправленно к музею, и нашли мы эту бабушку Марту, и, конечно же, мы и фотографировали ее, и сняли видео. Так вот, бабушка Марта, она стоит, значит, вот у входа к музею янтаря. В руках она держит листочек клевера, такой трилистник, да, листик. И по поверью, это растение приносит здоровье, удачу, счастье, любовь и богатство. Еще она держит, рядом с этой фигуркой находится мешочек с янтарем. И вот именно вот эта бабушка Марта, как бы ее погладить, там, то есть она приносит богатство. То есть вот у нее янтарь, мешочек, вот это все. Люди там ей кладут денежки рядом с ней. Ну, то есть как-то ее так вот одабривают, да. Вот поэтому я сейчас предлагаю посмотреть видео, где мы нашли эту бабушку Марту. Итак, смотрим. Так, мы решили поискать вот таких вот фигурок. Их 7, по-моему, фигурок таких во всем Калининграде. Это вот бабушка Марта. Вот, мы уже здесь были, но ее даже не заметили. Вот такая красотка. Их уже утеплили, шарфики им одевают на зиму. Вот. Бабушка Марта. Интересно, да? Что там поближе посмотреть? Мешочек, трилистник. А не с ушками еще? С ушками вместе. Ну да, ну да. Хомлины. Хомлины их звать. Фигурки хомлинов. Интересно, конечно, но будем искать еще. Вот такую бабушку Марту вы посмотрели, очень хорошенькая фигурка стоит. И следующую фигурку мы обнаружили около входа в зоопарк. И то, и тоже мы на выходе, когда мы уже выходили в зоопарк, и мы всегда вот, ну, почему-то забывали про эти фигурки, что надо посмотреть. Бывало такое, что нам приходилось возвращаться в те места, где мы уже были, только для того, чтобы найти эту фигурку. И вот фигурку девочки Ули. Она катается на улитке, ее и назвали поэтому Улей. Улыбчатая такая девочка, озорная, смешливая, показывает язык. То есть, ну, такая вот девчонка озорная катается на улитке и показывает язык прохожим. Вот, поэтому, ну, какую функцию она несет, естественно, это для детей это радость, да, находится раз у входа в зоопарк, это такое место, там очень много детишек ходит, и, конечно же, она радуется и улыбается, и показывает всем язычок, еще раз повторю. Вот, поэтому давайте не будем грустить, а будем смотреть на это видео, где мы ее обнаружили. Итак, смотрим. Ну вот, на выходе или на входе мы нашли еще одну девочку, Хомлина, Уля, Ульяна, с улиточкой. На улиточке она такая вот интересная. После похода в зоопарк, после того, как мы нашли эту девочку Улю, мы по карте посмотрели, что недалеко, в принципе, находится еще один хомлин, малыш Антошка, вроде как его зовут. Находится он около музея квартиры Altes House. В эту квартиру мы не сходили. Ну, по таким причинам бывает, что или уже она закрыта, поздно было прийти, мы куда-то в другое место планировали в этот день. Ну, вот будем надеяться, что если мы еще раз приедем в Калининград, то мы обязательно посетим эту квартиру-музей. Вот, очень тоже по отзывам, по фотографиям смотрели, и, конечно, хотелось бы нам эту квартиру посетить. Вот, но, тем не менее, Антошка лежит на улице, вот, на кирпичном таком парапете,
И мы его нашли, уже ходили по темноте, уже было темно на улице, ну, где-то какое-то освещение, и у нас есть фонарики в телефонах, да, и мы его нашли, он лежит там, скромный такой мальчик, лежит на этом парапете, вот, тоже, по-моему, уже в шарфике был, шарфик одет на него, но с голыми пятками, с голыми ножками. Проходил, кстати, мимо житель Калининграда, он еще удивился, что мы тут увидели, что, как он здесь очутился, говорит вот эта фигурка. Говорит, я здесь уже давно живу и здесь никого никогда не видел. Я говорю, ну вот, говорю, а мы вот только приехали и вот нашли вот этого малыша. Ну вот давайте посмотрим видео про этого малыша. Итак, смотрим. Ну вот, нашли мы еще одного хомлина. Мальчик. Это мальчик, не помню, как его зовут. Но он шарфиком, его утеплили. Шарфик уже одели, все, зимой не замерзнет. А пятки-то голые. Носки надо связать. Надо носки связать ему. Носочки надо ему одеть. А то ножки замерзнут. Пятки-то. Вот такой вот мальчик лежит тут на кирпичиках. Вот все. Итак, маму Варю мы нашли уже после того, как съездили в Зеленоградск. Тоже это было уже позднее время. Мы вышли на вокзале Северный, Калининград-Северный, то есть на Северном вокзале вот на этом мы вышли. И опять же по карте Катя посмотрела, что здесь недалеко можно найти маму Варю. Ну, мы, конечно же, очень много ходили пешком, поэтому мы опять же пошли по направлению по карте, как нам указывала карта. Вот, Катя молодец, она очень хорошо ориентируется, и я как бы следом за ней шла. Вот. Мама Варя, значит, расположилась возле башни Врангеля. И вот мы нашли маму Варю. Она, значит, что шлет всем поцелуй. Такая заботливая мама Варя. Вот, шлет воздушный поцелуй и желает счастья и любви. Так что давайте мы теперь посмотрим видео про маму Варю. Вот, мы нашли маму. Варя. Маму Варю. Вот, это мама Варя. Вот, стоит она здесь. Такие ручечки. Маленькие ножички. Ушки большие зато. Но. Мама Варя. Вот такая девочка. Красавица. Следующее видео будет с дедушкой Карлом. С дедушкой мы познакомились, в принципе, с самым первым. Так получилось, что видео я не снимала, но фотографии я делала. И мы ходили, когда на концерт органной музыки, вот, кафедральный собор, да, в кафедральный собор ходили. И обратно, когда мы шли домой, мы вот увидели этого дедушку. Он также сидит на перилах Медового моста. Вот, там мы пофотографировали его, но видео я не снимала. Сама даже не знаю почему. Ну, может, потому что было темно, и я как бы даже не думала, что надо снять здесь видео. И уже днем, когда мы ходили, уже искали еще папу, там Лео надо было нам найти, малыша Витька на кораблике, да. И тогда вот мы еще раз прошли по этому мосту, и я там уже сняла видео про этого дедушку Карла. Итак, вот следующее видео будет про дедушку Карла. Вот. Значит, еще раз повторю, что он сидит на перилах Медового моста, ну и приносит он счастье и удачу. Так что давайте посмотрим про этого дедушку. Сегодня у нас уже 1 ноября 2022 год. Мы вновь проходим по этим местам, но здесь мы ходили в основном вечером, когда было уже темно. А сегодня мы пошли специально днем, чтобы заснять все при свете, так сказать. Вот. Мы до сих пор ищем хомлинов. Вот, вот здесь вот он сидит, дедушка Карл. Его звать дедушка Карл. Вот, он уже в двух шарфиках, да? Да, уже два
шарфик. Он уже в двух шарфиках. Ну, связали, одели. Давай снимем шарфики, без шарфика сфотографируем. Угу. И потом оденем снова шарфики. Вот так вот он выглядит без шарфиков. Вот такой дедуля. Карл, глава семейства. Самый главный из семейства этих хомлинов. Вот такой красавчик. Давай со всех сторон. Такие же ушки у него. Такой красавец. Шарфики-то грубоватые. Там был на два раза завязан. Не-не, вот так обверни, да, еще разочек. Ну, теперь точно не замерз. Такие мы вчера смотрели, что вообще без шарфика. Кто-то там был. Вот такой дедулечка. Дедуля сидит. Дедушка Карл. Ну и оставалось нам еще найти фигурки папы Лео и малыша Витька. Вот. И они, в принципе, здесь недалеко. Все, как бы мы, говорю, жили в таком хорошем месте. Все обходили пешком, и здесь мы тоже вот пошли специально, целенаправленно найти дедушку, вот снять, потом папу Лео и Витька. Итак, значит, папа Лео, фигура у него такая, как бы мечтательная. Он сидит также на перилах возле музея изобразительных искусств, вот, и мечтает. Рядом с ним шляпа, и фигурка его вот прям такая мечтательная, да. И все, кто подходит к этому папе, к этой фигурке, да, к папе Лео, обычно его гладят и загадывают какие-то желания, мечты, чтобы исполнялись. То есть вот мы тоже рядом с ним постояли, помечтали и надеемся, что наши мечты исполнятся. Вот. Ну а вам я предлагаю посмотреть этот небольшой сюжет про папу Лео. Так, ну вот мы идем все. По мосту, и вроде нашли мы папу, не помню, как его зовут, сейчас там тоже фотографируются. Ну вот, тоже в шарфике, тоже уже утеплили его с длинными ушками, он такой интересный. А папа Лео, я говорю, забыла, как зовут его. Папа Лео, шляпка тут у него. Тут что-то ему положили, непонятно. Вот, шарфик, все как надо. Утеплили его прям. Папа Лео. Вот такой вот папа сидит. Тоже ботиночки тут у него. Ну, давай развяжем. Давай развяжем, потом завяжем, снова утеплим. Сфотографируем сейчас с ним. Вот он здесь сидит возле музея изобразительных искусств. Такой вот. Вот, его как называют, что он мечтатель, сидит, мечтает. Его труд. И загадывают желания, чтобы мечты сбывали все. Вот, нужно его потереть. Так что трем, загадываем желания свои. Пусть все сбудется. Ну и, наконец, последняя фигурка у нас осталась. Это малыш, или как, мальчик. Витёк, он находится возле музея Мирового океана. Мы тоже там были и проходили мимо него, но прям вот мимо него мы не проходили, мы чуть-чуть, как говорится, правее-правее к музею, и вот мимо вот этих вот перил, прям по набережной, мы не шли там. Вот, может быть, если бы мы там были, конечно, может быть, мы и увидели. Но и не было у нас в памяти то, что здесь где-то находится этот малыш.
Вот, поэтому здесь мы, опять же, говорю, целенаправленно мы шли, чтобы найти его. И когда мы подходили уже, вот шли мы по этой набережной, мы уже увидели, что где-то в одном месте люди столпились и вот смотрят, что-то смотрят, да. Но мы так и поняли, что значит там находится этот витек, возле которого люди фотографируются, тоже загадывают желания. Вот, поэтому... Он такой, знаете, тоже интересный мальчишка, сидит в бумажном кораблике, которые кораблики мы делали из бумаги, да, лодочки такие, вот, и он сидит в этом кораблике, ну и, конечно же, он любит путешествовать, он любит тоже мечтать и приглашает на Балтийское море. Поэтому мы тоже загадали желание вновь вернуться в этот город, в Калининград, и также побывать на Балтийском море. Ну, а я хочу вам предложить еще посмотреть завершающее видео встречи с этим мальчиком. Вот. Ну и потом будут, наверное, несколько фотографий я поставлю, где вы увидите еще этих фигурок, эти фигурки, с которыми мы фотографировались. Вот. Приятного вам просмотра еще и всем добра, счастья, любви. И с вами я прощаюсь. Всего вам доброго. Всем пока-пока. До новых встреч. Вот такой корабль «Витязь». И вон там есть витек кораблики. Там сейчас стоят люди. Подождем, когда они отойдут. И будет наша очередь знакомства с этим витьком. Он тоже, как говорят, его... погладишь и загадываешь желание на путешествие, то есть он дает добро путешествовать. Вот он, пожалуйста, витек в кораблике. Вот такой красавчик сидит, без козырька у него тут. Ну да, без козырька, я бы сказала. Ушки. Вот кораблики. Вот такой здесь огромный корабль. Огромный-преогромный корабль, «Витязь». Ну все, по находкам Хомлинов мы план выполнили. Все это было у нас в нашей коллекции последний. Возможно, еще сделают когда-нибудь, не знаем. Но будем надеяться, что мы еще приедем сюда. И, может быть, еще одного Хомлина сделают к тому времени. И будем еще искать этих Хомлинов. Вот такой вот морячок Витек. Такие ушки у них интересные, да? Ну, с ушками такими. Хомлины.